Эти белки украшают вход в магазин Рошен. Я, конечно, в этом магазине ничего принципиально не покупаю, но эти белки решила вам показать. Вот вход в магазин изнутри. А сейчас я выйду на улицу и покажу вам, сколько белок у входа в магазин Рошен. Вот эта площадь. Метро Харьковская. Все застроено, все изменилось. Даже за 9 месяцев моего отсутствия произошло так много изменений. А вот вход в магазин Рошен. И я все-таки принципиально ничего в этом магазине покупать не буду. Но белки, их так много. И они все разные. И такие смешные. Все рыжие. Серых нет, как вы видите. С бантиками. А вот там я хожу, отбиваюсь в витрине. Да. Белок огромнейшее количество. Посмотрите, как их много. Весь вход в магазин заставлен белками. Вас встречают белки. Так много этих магазинов в Рошен. Это с этой стороны. А вот посмотрите, с обратной стороны. Вход в метро. И тоже магазин Рошен. Да, большой бизнес процветает. Хотя идет война. Ну вот и все. Счастливо. Пока.